короче, просто дуэт. Ольга Глазова и дуэт «Остаюсь», который все никак не сделает отдельную программу для дуэта. Поэтому мы пока выступаем именно как вот такой тройственный союз. Ну вот, сегодня прозвучат произведения, как заимствованные у некоторых авторов. Наверное, в количестве одной штуки, да? С нее мы начнем. Но вы авторы. Кто второй? В смысле, позаимствованные у кого-то? Да, первая, а еще какая? Первая. А, и вот, и четвертая стенд. Вот что. А, да, четвертая, да. Три вещи. Квартирная будет. Мы планировали на всякий случай. Мы ничего не скажем. Да. Парочка новинок от Ольги Глазовой и старые хиты, которые все слышали по одному разу, как раз здесь. Вот. А кто ВКонтакте, те, может быть, по два раза посмотрел на видео. Вот. И начнем мы с одной. Подожди, не начнем. Сейчас, я пока рассказываю. Не палим, вообще не начнем, мы начнем скоро. Так, когда мы начнем? Так что можно его потрепать за бороду и желание испортиться. Еще ему надо на ночь печеньки оставлять с молоком. Ну, чтобы не злился. Плюс коньяк, плюс... Молоком он будет поить свою кошку, а коньяк он будет потреблять сам. За коньяком Саша сам, блин. А где кошка? А кошка, она сейчас занята. Это что же человек? Мне подождать. Должно быть. Личное. Типа да, проверьте, там две точно закрыты. Как-то очень много. Да, можно, в принципе, разобрать ботинки, закрыть вторую. Сейчас еще люди придут. Можно просто завалить ботинки. Вот с диваном. Сзади трупа. Вот, да, на стену. Эпиграф к выступлению. Да, он выключил, не бойся. Ой-ка, что там где? А, ну сейчас я сюда рядом уже. Так. Скажешь, когда тебе нужен будет микрофон, я тебе его грамотно выставлю. Или я не директор музыкального магазина. Последний момент ВКонтакте билеты. Не, билеты не по 200, а по 100. Вы думаете, почему? Да. Давайте, хватит базара. Пора? Это еще надо пускать. За что я это нужен? Да, миг. Ерзают на попах только струнники, которые знают, каково это перенастраиваться. Первый раз, когда ребята выступали у нас, здесь у нас сидели два москвича. Мы пришли с таким, он с пивом, она с мартини, значит, и они так, ребята заиграли. Сколько вы? 35 минут где-то так? 12. Больше 20 минут было. В общем, больше 20 минут вот эти два человека сидели. Он подходит и говорит, они откуда? Ну я так, типа... Ура! Открой, пожалуйста. Там что-то шевелилось. А, это, наверное, кошка. Ты что, играем уже? Давайте, все, все, молчание. И меня. Нет, иди. Да.
Кстати, я думаю, что по лету Оля уедет в Санкт-Петербург, там Миша Бушаков заинтересовался, и новую программу писать собирается, ей надо народный инструмент. В принципе, он готов сюда приехать ради наших. Да, не в своей. И никогда не делайте генеральную репетицию за 10 минут до концерта. Как вы только что слышали. Лависа отдыхает.
Какая лесть. Нервную курит сторону. А может быть гитару убрать, тут тепло становится? Да, можно ее там, назад. Да, вот так. Сейчас я попробую сделать то, чего еще на людях не делала. Что ты? Сразу на камеру. Это будет heavy metal на гусе? Это будет heavy metal. Таки да. Я понимаю, почему русские люди были сильными. Потому что гусли, когда натягивают, всегда надо... Насколько терпения. А, тоже не понял. И каждый князь мог выдержать, пока до спрашивает. В общем, в проекте это будут истории про свет, рассказанные во тьме. Но сейчас от них есть только пролог и один, одна, так сказать, глава. По счету будет третий. Вот. В общем, как-то так. Пролог и глава номер 3 от осени. Thank you.
Да, написано. Тогда надо повернуть. Ну, запись наверху написана, это значит включена. Хорошо, все. Так, покажу, можно. Видно, вы приглашаете? Вы начинаете все время. Больше, чем хорош. А можно ноты? Чтобы ты что-нибудь там видишь. Я Оля инструменталист. Не надо, Оля, блин, что творишь? Я так. Она не терпит чужих слов. Не надо. Так она почти как кошка. Она почти как мужчина. Да ладно! Вот уж кто... Некоторые мужчины такие. Вот. Скажем так. Поправка принята, да? Так, а что, с осторожно? Нет. Все хорошо. Садко, я тебя убью. Потрясающе. У меня сегодня все получится. Thank you.
нервный. И снова терпят князья Владимирские. И ждут гусляра все русского. А очаг-то жарко натопле, и не слушаются струны оные. А что делать, если девица не сыграет, то, в общем-то, и жизнь не удастся. Верно говоришь. Жизнь-то научила-то, блин. И молвил слово разумное боярин бородатый. Ну хорошо, что было до Петра, потому что после Петра рубили. Бороды. Нет. Рукоборды. Потом пошли головы. Но потом. Ладно. Следующее тоже непонятное очень произведение, наверное, потому что это всего лишь будет трейлер его. Однако оно называется «Твое имя», и оно как-то про имя, одно хорошее, очень хорошее имя, которое мне чем-то, в общем-то, помогло, помогает. Ну, в общем, это спасибо большое этому человеку. Вот. Спасибо, да. Здесь такие есть, в общем-то. Не важно, не в единственном лице, поэтому вот. Спасибо большое тебе. Готовка. Есть.
композиция, которую мы придумали буквально на ходу незадолго до нашего выступления финального на Ильинском фестивале духовной музыки вот, в Питере. И народной. Духовной и народной музыки. Вот. Там было так много вдохновения, что даже я песню сочинил там под гусли. Правда, Оля мне так не подвигал, но ничего. Главное, мы создали композицию буквально вот там, вот в этой, комнате для паломников, и думали, как ее назвать. «Малыши богатыри», помнишь, мы хотели назвать? А потом поняли, что мы никак постоянно ускоряемся, потому что она очень такая живенькая. Вот назвали ее «На перегонки». Стараемся внутренний метроном все-таки сдерживать.
И сказали? И сказали, что я не иду на следующий день, в 7 утра на экзамен. А я иду в телеком. И в телекоме меня будут записывать на телевизор. Меня записали. Вот, попросили вечером сыграть какие-нибудь что-то русские наигрыши, ну что-нибудь такое, вы понимаете, о чем я. Я перебрала всякие наигрыши, такие вот реально вот, блин, древнерусские, там 10 веков назад, и поняла, что я не хочу играть в эту попсу. Зло, что я по-быстрому сама все сочинила, и вот на следующий день мы еще допустим все разобрали, сыграли, и в программе «Наша крепость», которая приурочена к тому, что из Борска в следующем году 1150. Я там была. А люди до сих пор думают, что это музыка тех лет. Ну вот, в общем, в итоге получилась имитация на два древнерусских напева. Я считаю, что это за этот год просто вершина моего творчества. Потому что все журналисты сидели вот так, когда мы репетировали. Было очень... это намек, понимаете, да? А тут журналистов, может, и нет. Ну, кстати, нет, он не пришел. Не пришел? Ну, так как я не репетировала, я так попробую. Все так завершение на первое трактирное. Класс, мы с ним начинали, теперь заканчиваем. Ура! Ну, да.
да? Это последний номер. Замкнулся квартоквинтовый круг. Чего? Последний номер нашей скромной программы. И передадим эстафету дальнейшему участнику. А то становится жарковато. Слушай, актуально. Пиво по рядам, теплый камин, очаг. Самое, что не на экстра активное. Длинные кружки оборудованы. One, two. Я забыл. Я привык к своему рок-н-роллу много играл. Ага, играем? Давай.